Итак, друзья, подписчики, всем привет! Я вас всех приветствую на своем канале. Сегодня, как вы уже поняли, очередная распаковка посылок с сайта AliExpress. Сегодня ко мне приехала тату-машинка. Вот, небольшое отступление. Дело в том, что на моем канале уже было такое видео про тату-машинку. Оно прям так и называется, тату-машинка. Вот, там была то ли реплика, то ли копия Dragonfly. Вот. Та машинка, по-моему, стоила рублей 500. Дело в том, что мне было жутко интересно, сколько та машинка проработает. Но, к сожалению, мы об этом не узнаем, потому что машинка сломалась. Я, кстати, могу даже вам сейчас показать. Вот теперь машинка состоит из двух частей. Вот видите, да, просто отломилась. Дело в том, что, блин, вообще на самом деле нелепый случай произошел. На сеансе, получается, когда бил татуировку, да, на предплечье большую, где-то часов 5 бил. Вот, у меня просто из вазелиновой руки выпала машинка на пол. Все, вот он эффект. Очень обидно, потому что я этой машинкой сделал, ну, намного больше работ, чем всеми машинками, которые у меня есть. Вот, то есть я к ней очень сильно привязался, я ей бил и контур и закрас. И, блин, еще раз повторюсь, то, что очень жаль, то, что она именно вот так вот репанулась у меня. Потому что я думал, что, допустим, движок сгорит, да? Либо еще что-то с ней произойдет, не знаю, замкнет. Ну, хрен знает, короче. Тут заклинит, допустим, вот этот эксцентрик, можно его так назвать. Вот, а здесь получилось все вот именно так. Да, конечно, было вот такое, смотрите, вот такой вот эффект. Вот видите, тут немножко сточился паз. Вот можно здесь видеть прям. Сильно так подсточился. Вот в этом месте. Жестко прям. Я вот этим просто местом прижимал иглу, бывало. То есть так подкручиваете, да, то есть она опускается и прижимает иглу. То есть я, да, этим пользовался моментом. Собственно, вот. И да, где-то она стоила рублей 500. Сейчас можно найти за 700. Также за 500 можно найти, но уже не от... Не от того продавца, то есть от того продавца вроде как уже ничего не найдешь, он перестал торговать. Очень жаль на самом деле, потому что я к ней очень сильно привязался, больше нечего сказать. Все, она как бы... Ее можно, конечно, склеить, да, но это полный бред будет, потому что она будет бить, игла будет бить вообще очень криво. В общем, вот так вот. И я решил не заказывать подобную машинку, да, я решил заказать машинку немного другого плана, другого цвета, другого... как бы сказать, в другом корпусе, но тоже роторная машинка, потому что мне нравятся роторки, ими мне легче работать, не знаю, как остальным, то есть мне легче, мне как-то более приятно, что ли, меньше вибраций, и можно и бить и закрас, и получается и контур. Так что давайте сначала посмотрим, что вот машинка как раз приехала за 11 дней, очень быстро. Ну, тем более, что сравнивать, да, вот та машинка, да, за 500 рублей. Либо вот эта вот машинка, я ее заказывал за 1800 рублей. Сейчас она, кстати, уже ценник возрос. Он был 2641 рубль, а сейчас опять скидка. 2166 рублей. Ценники вот так вот плавают, с этим ничего не поделаешь. У нас курс такой вот, ну, неадекватный абсолютно. Так что давайте сейчас, как обычно, вскроем. Посмотрим визуально, и как раз будет тест. Мы ее подключим, да, посмотрим, как она работает. Вот у нас такая вот хорошая упаковочка здесь, с пупыркой даже, то есть прям, ну, позаботились, короче говоря. Блин, это тут, ну, это ножницами, короче, сейчас резанул. Вот, это, в принципе, не так важно. Вот как бы тут для дебилов написано, что это такое вообще, вот для чего это. Так, тут у нас ничего больше нету. Здесь у нас вот такая коробочка, и внутри, опять же, пупырка. Вот так, короче, вскрываем. Вот она, пупырка. Вот, здесь мы сразу видим, у нас есть ключик. Также есть вот, я хрен знаю, как они называются, да, ну, короче, сюда насаживаются иглы, да, и туда, в эксцентрик. Вот еще есть, кстати, пружинка. Получается такой вот наборчик. В принципе, вот эти вот насадки у меня есть. Кстати, вот эти вот, получается, они силиконовые. Это, кстати, неплохо. Очень даже неплохо. В общем, за такой ценник, да, то есть должно быть что-то добротное все-таки. Вот. Мы ничего здесь больше не видим. А, да, кстати, хочу сказать, вот такой, кстати, видео. Закал.
повеселее, а то черные вот эти вот тона уже как-то надоели, то есть хочется чего-то новенького, интересного, веселенького. Вот такая машинка. Вот, видим Bishop Rotary. Ну, разумеется, это не оригинальный Bishop, что я тут говорить. Я решил себе заказать все-таки на Калипкорде, не на RCA входе. Такой один вход, получаешь штекер, вставляете и все. Ну, типа вот, типа USA, короче, даже правильно написали. Вот, USA написано. Вообще, то есть, я вот смотрел подобные машинки в ценовом диапазоне меньшей стоимости, да? Они были на вид просто ужасные. То есть, тут было вообще полный кошмар. То есть, отделка была просто ужасающая. Вот, это намного симпатичнее. То есть, тут уже как бы подходит к делу более серьезно. Видно даже. Мы видим, регулировочка у нас работает. Вот, зажимает все. Видно, поднимается, опускается. Все отлично. Здесь у нас типа как бы, ну, игла ставится. То есть, чтобы она у нас не была... биение, да, горизонтального. Насчет вертикального биения, то есть тут просто резинка получается одевается, то есть, да, и скорее всего биения никакого не будет. Вот, и сам у нас получается, я хрен знает, я называю это эксцентрик, может быть, я неправильно это называю, короче говоря, ну, моторчик. А, кстати, видим тут небольшой то ли косяк, то ли чего это такое внутри, вот видите, да, получается, как-то какая-то обработка. Или это смазка вообще? Да, это походу смазка. Просто плюхнули сюда, короче, наверное, и все. И даже размазывать не стали. Ну, в принципе, это небольшие придирки, на самом деле. Так, давайте, короче, ее будем тестировать. Вот, сейчас подключим ее, посмотрим, как она работает. Ну что, друзья, вот мой блочок. И сейчас мы ее подцепим. Цепляется все как обычно, как и везде. Обалдеть, она работает. То есть вы тоже не слышите, да? Обалдеть, она вообще практически бесшумная. Это получается, вот сейчас смотрим, да, сколько здесь. Почти 9 вольт, да? 12 поставим. Ага. Разгоняем. В принципе, там как раз таки в описании было написано то, что она тянет где-то около от 6 до 12. В принципе, ну, нормально. Кстати, здесь знаете, что еще написано? То, что материал сплав. То есть, ну, материал сплав это. Он так и называется, сплав. Что за сплав, блядь? Не знаю, ну, металл как бы вообще-то вроде как. Металлическая-то часть. Также бренд написан, то есть я сейчас попробую, конечно, прочитать, но написано, короче, AL-AEHEOGAE. Вот, у меня получилось. Сертификация качества изделия 3C. Вот, тип устройства электрический. Короче, какая-то дичь написана, если честно, то есть вообще ни о чем не говорит. В общем, что? Мне самое главное то, что... Она работает в этих вот диапазонах, получается, от 6. Но она, конечно, и меньше может работать. Ну, меньше-то нахрен не нужно, на самом деле. Ага. Ну да, меньше 6, кстати, маловато, видите, она как бы не срабатывает даже. В принципе, ну, кто будет вообще меньше 6 бит, на самом деле, это полный бред. У вас просто игла не поет вообще. Слишком маломощная. Девятка. В принципе, знаете, я вот бью где-то вот около вот такого параметра, может быть, 8,5, наверное. Ну, мне за глаза хватает. Если, конечно, не ставить иглу пятнашку какую-нибудь. В общем, сейчас посмотрели регулировки, да, увидели, что она... действительно работает.
работает очень тихо, вообще вибрации прям вот, блин, она такая крутая, блин, вообще офигеть. Ну все, хватит ее, короче, мучить. Слушайте, мне очень понравилась машинка, то есть, да, опять же, найдутся те, кто скажет, что, блин, с Алиэкспресса машинки полное говно, то есть, будешь опять свои портаки бить. Знаете, вот той машинкой бил, получается, также и снимал работы, то есть, да, те работы были, знаете, они были, не знаю, чуть ли не в самом начале, то есть, у меня сейчас я просто вообще не снимаю видео для Ютуба на тематику татуировок. Вот. Также у меня сейчас более, как бы, ну, более детальные работы пошли, то есть более глобальные. И поэтому, ну, бил же опять же той же машинкой, то есть, вот, пожалуйста. Та же самая машинка, ей бил, продолжал. И знаете, вот от машинки, то есть, конечно, зависимость от машинки, то, что чем лучше машинка, то есть, да, тем она, как бы, ну, упрощает работу, да. Но, блин, если человек криворукий, да, то есть вообще далек от набивания татуировок, да, то есть он может хоть профессиональной машинкой бить, хоть какой, и у него будет полная хрень получаться. Вот, и просто опыт нужен, да, получается. Разумеется, не самая дешманская машинка, это понятно, и грамотно ее нужно настраивать, то есть чувствовать, то есть вылет иглы ставить и так далее. Иглы подбирать грамотно, колпачки, то есть наконечники, то есть, ну, большая совокупность на самом деле всего. Вот, и просто, ну, да, я решил, получается, свой скилл немножко поднять. Вот, думаю, что вот эта вот машинка мне как раз таки поможет, облегчит мою работу. Так что, что еще можно сказать, то что товар годный. В плане то, что он работает, вы сейчас сами это видели. Да, потом я попробую, разумеется, с иглой, с держаком, как она себя будет вести под нагрузкой, уже под иглой. Вот, доехала она быстро, 11 дней всего, да. Стоимость я сказал, в принципе, я ссылку оставлю на нее, она сейчас до сих пор продается у этого продавца. Ну, да, ценник, он, конечно, возрос. Но, блин, я думаю, это того стоит, честно говоря. То есть, можно было, конечно, какой-нибудь скидки, акции дождаться. Но это уже дело ваше. То есть, можно найти такую же машинку, но дешевле. Так что, чего? Все нормально. Работает, буду тестировать дальше уже. То есть, непосредственно в деле. Ссылку оставлю, да. Кому понравилось видео, да, пишите, задавайте вопросы в комментарии, да, ставьте лайки, вот, также смотрите мое первое видео на ту машинку, получается, оно, в принципе, неплохой популярности, ну, если оценивать мой канал, разумеется, вот, так что спасибо за просмотр и всем пока!